день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юля Руфлорида. Спасибо, что вы снова с нами. А с вами Надежда Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и пригороды. Сегодня мы находимся в районе, который называется Алафая. Это пригород Орландо и находится на востоке от даунтаун Орландо, минут 20 езды. Сегодня мы продолжаем нашу сагу поиска дома для Натальи. Наталья, снова вам привет передаем. Что у нас случилось, конечно, вам всем интересно знать, что у нас случилось с двумя предыдущими домами, которые вы уже посмотрели. В общем, дом номер один у нас не получилось выиграть сделку, офер. Предложили 525 тысяч, и кто-то нас перебил. А дом номер два нам не очень понравился, можно сказать. Он был хороший, но не про нас. Сегодня мы приехали смотреть уже в другой части Орландо. То есть те два дома были на западе от Орландо, это дом на востоке от Орландо. Комьюнити называется Stony Brook. Это гольф-комьюнити, это огромный комьюнити, он размер с город. Весь комьюнити, здесь есть несколько частей этого комьюнити, гольф-корс, клабхаус мы вам попозже покажем, отличные школы, просто все три школы отличные. Это большое комьюнити, здесь можно много гулять, и всегда что-то новое, какие-то новые дома вы будете смотреть. Сейчас, кстати, украшены на Рождество многие дома, красивые декорации. Близко к Авалон, даунтаун Авалон Парк, центру города Авалон Парк, со своими ресторанами и всякими развлечениями, да, того города. Ну, место очень хорошее. Да, сейчас мы расскажем вам, быстро пройдемся по цифрам о доме, прежде чем мы зайдем внутрь, посмотрим, что мы увидим внутри. Дом выставлен за 490 тысяч. Дом 2003 года. 2430 квадратных фит, в переводе 226 квадратных метра, 4 спальни, 2,5 ванных. И что есть здесь? 182, извините, доллара в месяц. И в ЧУЕ входит, кстати, интернет. Это уже 80 минимум долларов, 80-85 долларов интернет. То есть можно спокойно вычесть, да, из суммы ЧУЕ. Кстати, здесь не очень высокий налог, 3747 в год. Угу. Это хороший налог, вообще не такой случай, большой налог, да, за размер дома в 2400 скверфит. Так, дом построен на блок, и блок стако, блочный дом, и наверху вот деревянный фрейм, каркас. Угу. Что значит, здесь новая крыша, кстати. О, новая крыша, плюс. Дом полностью отремонтирован, здесь очень хороший ремонт, мы посмотрим внутри, бассейн есть в этом доме, причем он подогревается вау, от солнечных панелей. Классно, это, слушай, это огромная вообще экономия в бюджете, да? Да. И новый кондиционер, то есть реально супер, просто буквально новый дом, можно сказать. Пройдемте посмотрим. Да, пройдемте. Кстати, забыла сказать, размер участка 0,13 акров. Это что? Переведем. По соткам ты у нас специалист. Да, хорошо. Проходи. Сразу мы видим лестницу на второй этаж. Надо сказать, она не ковролиновая. Она тоже отремонтирована, видимо, только-только ее сделали. И очень хорошо, нет ковролина на лестнице. О да, о да. И здесь прям, знаешь, это дерево, это даже не ламинат. Здорово. Очень смотрится красиво, дорого. Да. Дорого, богато. А здесь плитка на полу, и мне нравится, как она выложена. Угу, не стандартно, да, стандартно, а елочкой. Они выкладывают просто прямо или горизонтально, или вертикально, а здесь они положили елочку. Классно придумали. Плитка так хорошего качества. Вообще, я смотрю, ремонт хорошего качества сделан. Да, молодцы. Так, смотри, здесь такая, в общем, комнатка, да, прятать всякую утварь, пылесосы, одежду, может быть, даже. Так, что вот у нас получается, тут? Пианино.
Вот такая площадь. Здесь, скорее всего, можно сделать зону столовую. К сожалению, мебели нет. Да. Столовая, да? Здесь будет столовая зона, потому что близость к кухне. Кухне. Так, понятненько. Это что здесь? Это наша любимая living room, с которой мы не знаем, что делать, но это зона для приема гостей, можно сказать. И тут вешается, возможно, телевизор и здесь диван. Можно сделать как вторая гостиная, что да. Угу. Наподобие. Но в Америке мы встречаем практически в каждом доме вот такую площадь, которую не знаешь, куда деть. Не знаешь, куда деть, но люди используют на самом деле. Если здесь столовая стоит, то когда гости приходят, они могут аперитив какой-то выпить. То есть здесь бывает ставят диванчики тоже. Все понятно, да. У нас она так вот living room называется. Так. Проходим на куда? Кухню. На кухню. Давайте пройдем. Слушай, а давай еще покажем, тут есть при входе половинка, то есть здесь только туалет, да? Ванной, да. Что мне нравится, смотрите, как здесь одну стену сделали как будто бы кирпичиком, да, а вторую вот так вот эти покрасили в темно-серый цвет. Ты знаешь, мне чувствуется, нравится. Что дизайнер. Его сделали не просто вот быстрее что-то там напомадить, да и продать, вот какой-то вот прям заходишь, душой как-то, с душой сделан. Да. Так, погодите, покажем, что здесь у нас, здесь полочки. Может быть, мы, конечно, сейчас какой-нибудь найдем косяк. Не, ну да, всегда косяки какие-то бывают, но, в принципе, вот очень даже симпатично. Пока мне все нравится, особенно за 490, да? Кухня вообще, я считаю. Смотри, какая посмотрите. Кухня. Остров. Остров большой. С видом на бассейн. Да, вот там вот бассейн мы уже видим. Красивые такие лампочки. И посмотри, какой интересный остров. Вау! Как Infinity, кварца, или да. Как это называется, да? Из кварца сделан, и он огромный. Mm-hmm. Кстати, огромный здесь реально. Еще даже дополнительные ящички есть, где очень удобно. Ставить. Слушайте, еще. Ну кухня получается большая. Кухня большая получается, да, потому что очень много дополнительных ящичков, сторожей. Да. Без доводчиков. Миша, привет! Ты знаешь, вот. Ну, это, конечно, не косяк. Ну, кажется, такой небольшой минусик. Это перекрашено, но это профессионально, это не кисточкой перекрашено. Да, я вижу. Я знаю, что многие сейчас реставрируют кухни, если они были там коричневого цвета, они хотят другого белого. Вот это перекрашено, видно, да. Это перекрашено, но профессионально перекрашено. Да, не кисточкой. Обычно приезжают профессионалы, забирают все дверки к себе в шоп, ну там, куда они там, и там они просто покрывают уже из пульверизатора. Угу. Посмотри, такая раковина, она тоже, знаешь ли, не дешевая, да, такая большая. Да, большая. Мне нравится, что нет разделения. Так все продумано. Мне тоже не нравится. Да, что нет разделения, мне такие раковины нравятся. Угу. Много, конечно, и фартук красивый, и шкафчиков много. Так, что у нас здесь? Откроем, посмотрим. Почему мы открываем и смотрим, насколько техника старая? Вот это, я считаю, это новая, не старая. Она достаточно новая, но она не совсем новая. Не новая. Не поставили для продажи. Угу. Да, но она в хорошем состоянии. В хорошем. Вообще, посмотрите. Тоже для бутылок. Практически муха не сидела. Угу. Хорошая. Очень большой остров, мне это нравится. Ты знаешь, да, пускай это не новый, но оно даже не поцарапано. Да. Такое все прям как бы... Либо отмыли хорошо. Угу. Тут уже либо не готовили. Пылька немножко. И интересно, а где здесь, знаешь, что я не вижу, микроволновку? Да, здесь вытяжка есть, что хорошо. Да? Я так думаю, здесь хотите, ставьте сами микроволновку отдельно. Здесь вот решили вытяжку красивую поставить. Угу. Ну, тоже неплохо. Кто-то не любит, что вместо вытяжки микроволновка, поэтому вот ставьте рядом. Место тут есть, где поставить. Мне нравится, что здесь вот полочки деревянные, все так обыграно. Здесь тоже деревянная поверхность. Кстати, посмотри, они сделали интересное решение по поверхностям. Здесь они кварцевую сделали, весь островок, да? А здесь они поставили дерево. Красиво сочетается, гармонично. Да, вот, посмотрите, тут же тоже они элемент вставили небольшой, тоже под дерево.
Но это, конечно, что это? Это, наверное, не дерево. Я думаю, это или обои. Вы знаете, это ламинат или дерево? Да, да, это дерево. Ну, ламинат под дерево, да? А-а-а. Тоже же вот придумали же, а? Здесь вот можно, это здесь в этом, как бы в этой площади ставится столик для завтрака. Что, кстати? Ага, понятно. То есть вот здесь сразу, сидят, да, сразу столик. Удобная скамеечка. Понятно, понятно. Тоже видишь, под кухней все это сделано. Покрашено, да. Даже там что-то, помнишь, мы в другом доме скелет нашли, да. Здесь нет. Здесь может быть тоже, если да. Нет, там скелета нет. Ну нет и нет. Здесь даже скамеечка гармонично, да, выполнена, дерево и серого цвета под кухонный кабинет. Так, смотрите, вот одну стену они решили сделать синей. Вот здесь планируется повеситься телевизор большой, да, повесить. Вообще повеситься сам планируется. Да, хорошего размера фэмили. Так, вот здесь вот, по идее, должен стоять большой диван. Угу. Да, правильно. И прекрасный вид на бассейн, мы позже пройдем. Ты знаешь, единственное, что больше похоже, что диван ставится здесь, тогда будет проход к бассейну более свободный, а стена для телевидения, видишь, там есть даже розеточка. Точно. Специально. Все же, то есть телевизор висит там. Точно. Посмотрите, розетка посередине, да, значит, все-таки вот здесь, видишь, я была не права. Просто почему-то мне показалось, что на этой стене что-то такое должно находиться большое. Потому что красивая она такая картина, прям бросится сюда. Да, да. Так, здесь последнее, наверное, у нас на первом этаже помещение. Тоже посмотрите, обратите внимание, какое оно большое. Стиральная, сушильная машинки вот здесь нет. Будут стоять, да. Это нормально в наше время. Ну да. Хорошо, что холодильник есть. Не говори. Тоже радует. Тоже, видишь, полочки. Здесь выполнено в такой, да, же, в такой же гармонии, да, как вот кухонные. Да, да, в принципе, тот же самый гарнитур. Кстати, знаешь, чтобы микроволновка не раздражала, стоя где-то посреди кухни, можно ее сюда, можно, да, даже и сюда поставить. Да, сюда. Это буквально, смотри, здесь шаг сделай, чтобы что-то, да, разогреть. Да. Ну, то есть это как потому вы сами захотите. Честно, я бы, да, честно, если бы у меня был выбор, я бы вот туда микроволновку не вешала, потому что очень красивая вытяжка. Да. Не-не-не, я бы микроволновку точно бы не заменяла, не ставила вместо вытяжки, но я бы, например, возможно, поставила ее, возможно, вот здесь, например, для удобства. Ну, да. Ну, в общем, это уже, да, это, знаете, это фантазии. Ну что, пройдем на второй этаж? Мы гараж еще не посмотрели. Да, давайте, гараж. Простите. Гараж – это важное гараж на три машины. Между прочим. Гараж на две машины, очень большой. Так, вот тут краски, если что-то вам еще подкрасить нужно, но пожалуйста. Это тоже интересно, даже в гараже они сделали что-то интересное. Да, 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 да. Какой-то такой интересный вариант со стенкой, угу, да? Да. Не просто белые стены. Да, да, да. Так, тут вот немножко мусора, это после того, когда они здесь делали ремонт, а так вот, ну, это все очень просторно, конечно, слушай, да, может, тренажерный зал сделать. Ну, кто-то же переделывает гаражи. Или захламить, как некоторые любят. Тоже вариант. Так, ну что, пойдем на второй этаж, да? Да. Вот такие арочки. Пройдем на второй этаж, а потом выйдем во двор. Так. Так, поднимаемся. Здесь окошко. Обрати внимание, что здесь второй свет, здесь высокий потолок, видишь? Угу, да. Со входа. Да-да-да. Так, что у нас здесь на полу? Что это такое? Похоже, то же самое, что и на лестнице, дерево, то, что я даже думаю, что это дерево. Да. Или очень хорошего качества ламинат. Угу. Ну, реально. Здесь, в общем, получается у нас не очень большая, но это очень уютная бонусная комната. Здесь тоже можно офис, например, сделать, многие офис делают поставить. Даже, да. Здесь у нас здесь кондиционер. Алло, не хочет открываться. Новый, как они говорят. Новый кондиционер. Ну, видно, что он новый, кстати говоря. Да. Так, что у нас дальше? Проходим. Здесь одна из четырех спален, угу, гостевая. Кстати, не маленькая, хорошая, ну, хорошего размера. Размер. Есть, конечно, и меньше, есть, да, и больше, но, да, стандартный размер уже встроен. Полочки мне нравятся, слушай. Вот это вот
хороший такой бонус, что есть в полочке. Так, что у нас здесь? Вентилятор такой нормальный. И окошко такое немаленькое, нормальное. Здесь приходи вторая спальня, гостевая. Так, гостевая. Тоже такой нормальный размер. Цвет стен мне нравится, такой он светленький, белый, серенький. Темный, да, то есть да. Он совершенно нейтральный такой цвет. Угу, приятный. Тоже полочки здесь. Окна, правда? Ну, здесь окошко, да, надо помыть. Здесь окошки выходят на соседей, ну, ничего страшного. Кстати, это стеклопакеты. Да, двойной, да? Знаешь, нет, не двойной, но... Но хороший. Все равно. Угу. Так, проходим дальше. А, тут у нас... Ванная комната. Ванная. Эту ванную делят, получается, три спальни между собой. Угу. Тоже ремонт сделан. Так. Слушай, такое все аккуратненькое, мне нравится. Видно прям свеженький ремонт. Так, проходим дальше. Хотим спальня гостевая. Так, так, так. Угу. О, вот это побольше, а? Да, это побольше. Да. Побольше. Так. И заходим в мастер, в хозяйскую спальню. Так, хозяйская. Не могу сказать, что она очень огромная, но она большая. Там даже большая. Есть уголок, где можно креслице поставить. Да, 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 да. Почитать. Ну, большая, большая. Такая она нестандартная, вот тут, вот, видите? Дополнительный такой бонусный угол имеется. Да. Тоже они покрасили в синий. В синий, да, одну сторону. Угу. Ну, кому-то, может быть, это нравится, но я бы, наверное, перекрасила. Пусть даже другой цвет, чем основная цвет, да. Стена. Да? Но слушай, ну такой... на ней нужно что-то светлое, если повесить большие картины или много маленьких фотографий, что-то, то уже не будет так смотреться. Знаешь, конечно, она сейчас... темным пятном смотрится, но если обыграть, то вполне возможно и так сойдет. Как бы краски есть перекрасить, ну, если да. Что, в гараже. Тем более не весь дом, а да, стену. Да, 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 стену. Так, туалет отдельно, что хорошо, здесь свет имеется. Так, что у нас здесь? О, две раковины. Такое тоже все стильное, посмотри. Угу. Кварц, да? Mm-hmm. Да, слушай, хорошо. Серенькая. Мне нравится такой стиль и цвет. О, слушай, а какая большая гардеробная. Вот сейчас. Во, цвет. То есть здесь есть такие полочки и такие полочки. Хорошая гардеробная. Так, вот дверки вот так закрываются. Все. Закрыли. То здесь есть ванная и душевая. Еще два душа даже, знаешь, не один, а два, ничего себе. Угу. Один можно снимать, а другой как бы несъемный. Да, вот тут посидишь, передохнешь. Прикольно, камешек такой выложен. Ну, в общем, вот даже смотри, даже вот здесь вот есть окошко, что тоже классно. И оно... не просто, знаешь, затонировано, а такой мозаикой, посмотрите. Ну, в общем. Под плитку. Угу. Ну, слушай. Что, мы второй этаж посмотрели. Да, идем на бассейн. Идем на бассейн. Да. Вот так. Профессионал. Ага, слушай, вообще, медвежатник. Так, ух ты, посмотри, что здесь натянуто-то. Угу. О, я еще такого не видела. Так, от дождя вот здесь, мне то есть кажется, можно спрятаться, например. Мне кажется, эти
хозяева, которые здесь жили, они явно не любят солнце, потому что они пытаются... Здесь и так экран, да? Да, да, да. Рассеивает солнечный свет. Они еще и повесили... дополнительное. Я, знаешь, для чего думаю? То есть, если идет дождик, ну, не знаю, быть. Ну, то есть, да, вот... Кстати, да, может быть, ты права. Вот здесь ты можешь, например, прятаться. Ну, или от солнца тоже, да, вариант. Здесь, кстати, нет спа, джакузи нет. Да, джакузи нет, но бассейн зато же здоровый. Ну, и подогреваемый, в принципе, джакузи отлично. В теплом бассейне можно простить. Да, что мне нравится, что здесь вот живая изгородь, да. А не просто забор глухой. С этой стороны такой заборчик прозрачный на соседей, приятный вид такой. То есть, я тебе хочу сказать, что у этого дома отлично. Забора нет. Скорее всего, потому что этот забор... А с тех соседей, да? Знаешь, да, я сейчас посмотрю, как он... Вполне возможно, да. И это очень удобно, на самом деле. Да, да, да. Сэкономили деньги, называется. Ну. И все, что можно сделать, это поставить одну перегородку здесь и одну перегородку там. Там, да. И вот вам забор. Забор. Ну, например, собачку выгулять, да, чтобы она не убежала. Или кошечку, не знаю, ну, в общем. Да. И вот здесь просто поставить одну панель заборную. Да, да, так и есть. Решать. О, вот. Так, давай покажем еще вот... сбоку, как дом выглядит. Так, что это кстати, у нас? Вот это интересно, мне кажется, инспектор на это обратит внимание. Это фильтр. Да. И вот эту систему, возможно, инспектор скажет, нужно что-то там... Что-то сделать, да? Потому что течет. Да, 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 да. Ну, это уже, знаешь, по сравнению, если бы крышу нужно было новую, не о, да, да. Ерунда. Я думаю, здесь что-то где-то немножечко... Может быть, просто изолировать нужно, но это уже, конечно, будет на инспекции. Да-да-да. Так, здесь мусорный бачок хранится, кондиционер. О, какой большой, здоровый. Все, что там у нас еще? В принципе, щиток электрический. Вот. Поливать траву, шланг. Ну, в общем-то, и все. Так, все мы показали. Вот это, конечно, да, мы нашли небольшой косяк. Но это небольшой косяк. Надеемся, что это небольшой косяк. Но, в принципе, ну сколько такой фильтр может стоить, если его новый покупать? Не знаешь? Я, честно говоря, смотрю... Честно говоря, не знаю. Ну около 5000, возможно, я думаю, да? Будет, да. Вот если так. Это соленая вода, пока что я этого не знаю, то эта система стоит дороже. Если это пресная вода, то подешевле будет система. Ну, да, не факт, что его менять надо, может быть, просто что-то починить. Возможно, там с изоляцией что-то. Да. Да-да-да. Но мы не специалисты. Да, можем только догадываться. Ну что, друзья? Понравился нам дом? Нам понравился. Как тебе, Юля? Да, мне очень понравился. Мне тоже очень понравился. И я бы его купила. То есть я бы, если бы сейчас выбирала дома, то я бы подала обязательно офер на этот дом. И если бы у меня была возможность, вот он стоит, ты говоришь, 490, его выставили, я бы за него 550 попробовала дать. Да. Не пожалела бы, потому что какой сейчас рынок, я знаю, что, скорее всего, кто-то еще даже кто-то такую еще цену больше, предложит. Да. Возможно. Может, да. 600 будет торговаться, но я бы, наверное, все-таки не за 600 так агрессивно бы, конечно, ну, сильно уж агрессивно не подавала, но я думаю, что это... 550 дому я бы не пожалела. 550. Я бы тоже не пожалела 550. Он того стоит, вложено очень много денег, район дорогой сам по себе. Школы хорошие. Школы отличные. Они, мне кажется, даже эти школы лучше, чем наши любимые школы в том конце, в Винтергарден, например. Да-да-да. И... Что вот я еще хотела сказать, не знаю, рынок горячий, сейчас на каждый офер, на каждый дом по 30 офферов, особенно в таких районах, где хорошие школы, 26-30 офферов. То есть... Да, пожелаем нашей покупательнице удачи, да, потому что ты говоришь, да, уже несколько офферов
хорошо предлагаешь, да. И то дает кто-то выше. Кто-то дает выше. Представляете, вот такого сейчас не было, кстати, за последнее время. Сейчас открыли границы после ковида. Угу. Все страны сидели дома, копили деньги 2 года. То есть очень много я вижу в Бразилии, в Орландо, очень много англичан я вижу. То есть им разрешили, да, сейчас съезжать, у кого есть QR-коды. И они все приехали с деньгами, я их вижу постоянно гуляющих по тем же домам, где я гуляю. Вот. Но ничего, рынок сложный, но если не бороться, не пробовать, не смотреть, не подавать офферы, тогда точно ничего не выиграешь. Поэтому ездим, смотрим, подаем, не теряем надежду. Не теряем надежду. Я всегда советую, какой хороший офер подать, но не такой агрессивный, что вам придется очень большую сумму, ну, да, доплачивать из кармана. Меня клиенты обычно слышат и слушают. Не выигрываем, смотрим дальше. Вот так, на этом... Такова ситуация. Такова так ситуация. Что, да, сейчас, на данный момент. Всем удачи. Всем удачи моим клиентам. Я вас всех очень люблю. Все, мы как бы работаем. И что-то обычно, конечно, если стараешься, ты как лягушка, которая в молоко попала, да, пока вот ты не работаешь, не стараешься, ты оттуда не выберешься, да, то есть всегда нужно работать, нужно отдавать все свое время, сейчас я даю все свое время моей работе, уже семья на втором последнем плане, по-моему, бедный, семья да друзья. Вот. Чтобы вы понимали, мы, правда, находим время, чтобы снять видео для вас. Это очень такие редкие моменты, когда это удается, потому что действительно много работы сейчас. Ну ничего, вот сегодня у нас была опять-таки возможность показать дом и для Натальи. Хороший дом. И как бы я сейчас сниму отдельное видео для Натальи, потому что пока выйдет это видео, дом уже уйдет. Да уж. Вот, и сегодня мы будем составлять офер. Удачи! Ну что ж, да, до следующих встреч. Пока. Пока-пока. Thank you.
Thank you.